Вас приветствует канал «Влюбленные в путешествия». Поехали в Дрезден! Туристы часто обделяют этот город вниманием, особенно если сравнивать с туристическими потоками, которые ежегодно следуют в Мюнхен и в Берлин. Однако Дрезден – удивительной красоты город, потрясающий, со своей собственной атмосферой. Чего только стоит тот факт, что центральная часть города, историческая, включена в реестр культурного наследия человечества. Здесь удивительно красиво, особенно летом и осенью, когда весь город покрыт зеленью. Как и на всей территории Германии, евро – единственная принимаемая валюта. Лучше заранее обменять деньги, поскольку в самом Дрездене курс может оказаться не слишком выгодным. Для многих модниц Дрезден – это лучшее место для выгодного шопинга. Цены на одежду здесь просто удивительно низкие. К тому же и во всей Германии можно приобрести вещи по распродажам, причем круглый год. Однако концентрировать только на распродажах внимание не стоит, ведь в Дрездене столько прекрасных и интересных достопримечательностей. Дело в том, что все нынешние постройки были возведены в 50-х годах прошлого века. После того, как союзнические войска пришли в Дрезден, была разрушена большая часть города, в том числе и исторические достопримечательности. Однако после войны немецкое правительство приняло решение восстановить Дрезден в его первозданном виде, и теперь туристы могут наслаждаться великолепным видом Дрездена. Поэтому к посещению рекомендуем террасу Брюля, католический собор, замок-резиденцию, издание Академии. В Германии очень любят точность во времени. Извинения принимаются с трудом. Помните, что пробки в Берлине начинаются в 16 часов, заканчиваются к 19. Точно соблюдайте правила дорожного движения. Если вы нарушите правила, вам грозит довольно большой штраф. Особенно высокие штрафы за безбилетный проезд в метро и городских электричках. Сумма чаевых в местных ресторанах и кафе составляет 5-10% от суммы счета. Денежное вознаграждение можно оставлять также водителям такси, работникам отеля. Чаевых в размере 1-3 евро будет вполне достаточно. Путешественникам рекомендуем посетить Дрезден в период проведения народных праздников и фестивалей. В эти дни проходит масса интересных мероприятий, ярмарок и распродаж. Путешествуйте, друзья, от путешествий только польза!